Привет, дорогие друзья! Вот сейчас закончилось, на момент записи этого видео, как раз закончились переговоры Путина и Эрдогана. Я не понял немножко, вчера была какая-то радость, встречал в украинских пабликах, там сообщалось о том, что Эрдоган унизил Путина, потому что вот он играл, во что он там играл с этим самым, с президентом Казахстана. Я этого не допонял, почему? Может быть, люди не знали, что сегодня Будут переговоры у Эрдогана с Путиным. Почему эти переговоры происходят? Мы еще на, на момент записи этого видео я еще не смотрел итоговую присутствую. Потом мы порассуждаем, к чему эти переговоры могли перевести, привести, но почему они происходили, мы можем понимать. Во-первых, вчера было приподнято настроение. Все знали, какую резолюцию примет Генеральная Ассамблея ООН. И она приняла эту резолюцию. Из 195 стран-участниц организации 143 осуждают референдумы на э, захваченных Россией территориях. Помимо самой России против выступили Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия. Сама эта резолюция мало что значит. Мы должны понимать, что такое результативные последствия несет. Она не укрепляет систему ПВО, не дает новое вооружение и так далее. Да? Э, вызывает, конечно же, опасения у многих людей. То, какие страны воздержались, то, какие страны постоянно воздерживаются. И ну, некоторые удивления вызвал там Афганистан, проголосовавший, Ирак, вроде бы, проголосовавший. Ну, то такое. Это их личное дело. Суть в другом. Суть в том, что просочился инсайт, что Анкара предлагает Кремлю договариваться. Надо договариваться по Украине. В Кремле сказали, что не получали такого предложения. В Киеве понятно же, новость вызвала просто бомболео, потому что это те самые переговоры об Украине без Украины. Украину рассматривают как объект не как субъект, то есть мы будем договариваться по Украине, у меня есть план. Предлагает Эрдоган, который является нашим большим другом. Ну, в принципе, он и россиянам является таким же большим другом, потому что он прекрасно продает те же самые Байрактары, которые россиян убивают. Этого тоже не надо, не надо забывать. И вот 13-го Путин и Эрдоган встречаются в Астане. Он уже давно говорит, что его не устраивает само, само мироустройство и вот это вот постоянные члены Совбеза ООН, мир больше пяти. Что он говорил? Архитектура системы мировой безопасности должна быть разработана заново. Мир – это больше пяти постоянных членов Совбеза ООН. Кто еще хочет войти в Совбез ООН? Ну, как минимум, Индия и Бразилия. Они сами об этом заявляют. Короче, Эрдоган один в один видит мир, как Путин. Ну, не один в один. С некоторыми оговорками, потому что для Эрдогана, понятно, ключевой страной мира является Турция. Но при этом он заявляет, что э, это искаженная система, нацеленная на обогащение небольшой группы стран, трещит по швам. Уровень бедности растет во всем мире. Богатые богатеют. Миллиарды людей от Африки до Азии не могут обеспечить себя элементарными продуктами питания. Самая главная тема, которая обсуждается, как Россия, так и Турция, понятное дело, хотят превратить Турцию в некий газовый хаб. Раньше таким хабом была Германия. Но ввиду того, что Германию затравили и запинали, и теперь, по всей видимости, из самой сильной страны Европы, возможно, она превратится в нечто иное, после подрывов северных потоков, за которые никто не понес ответственности, после других всевозможных выползок, Турция может на себя взять такую роль. Этот проект уже рассматривали. Но тогда Европа посчитала, что это будет сильная зависимость слишком от турецкого транзита. Поэтому надо вложиться в Северный поток 2, которые в итоге вложились, но ну, не запустили, а сейчас его вообще подорвали, обматюкали и так далее. Причем что прокладка этих труб будет проще намного, чем по Северному потоку 2. И проходить они будут не через Дании и непонятно кого а через две страны и все. В Турции Эрдоган выступил за скорейшее прекращение войны. Правда, конкретику он не говорил. Эрдоган считает позитивным, очень позитивным моментом, зерновую сделку. Но фишка в том, что после подрыва моста и после того, когда стало ясно после расследования ФСБ, откуда взялась взрывчатка, которая приехала назад в Россию, вполне возможно, что в ноябре зерновой сделки Кирдык. Что за интерес у Эрдогана и у других товарищей? Фишка в том, что Запад принес Востоку в 21 веке очень много жертв и разрушений. Этого никто отрицать не будет. И я даже смотрю, у меня много друзей э, твиттерных, да, а, а арабских журналистов, общественных деятелей подписаны на меня. я смотрю, соответственно, я на них. И я смотрю их ленту, и они там постоянно обсуждают вот, эти вот заявления по поводу неизбирательности, обстрелов и так далее. И они постоянно постят там фото и видео из своих стран, которые разрушались НАТО в двадцать первом веке. Вот интересные фото. Еще один примиритель – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Они 11 октября встретились с Путиным, очень-очень тепло общались. Вы знаете, что это произошло на следующий день после тех самых неизбирательных обстрелов. Это ему не помешало встретиться. Путин ему подарил свое пальто, согрел его теплом своего тела и так далее. В общем, дружба совсем. Объединенные Арабские Эмираты 27 февраля во время голосования в Совбезе ООН отказались осудить вторжение в Украину. Это было очень удивительно для США, Великобритании и Франции, потому что в ОАЭ дислоцированы американские военные. Но ну, очевидно, что президент э, Эмиратов видит ну, амбиции его простираются чуть дальше, чем его страна. Миротворцами пытались быть и Саудовская, Саудовская Аравия, саудиты. Вы помните, куда привезли британцев, вы помните, через кого шел там обмен, осуществлялся и так далее. Что в это время делает ЕС? Но они продолжают рассказывать о граничных ценах на энергоносители и показывают, что это достаточно серьезная победа. Я уже четко сказала Российская Федерация, что они не будут поставлять в те страны, которые какую бы ни установили они граничную цену, а... Путин, выступая там на одном форуме, сказал, процитировал даже заявление одного Нобелевского лауреата, что если вы установите граничную цену вот на помидоры, то сразу же возникнет дефицит помидоров. И это все при том, что сегодня я читаю Daily Mail, и там на главной прям Путин согрел своим пальто вот, президента там, Объединенных Арабских Эмиратах, но заморозит миллионы европейцев. Путин, зачем ты это делаешь? Президент США выразил намерение пересмотреть отношения с Саудовской Аравией за то, что они сделали вместе с Россией. Ну, в ответ саудиты моментально отреагировали, и МИД Королевства опубликовал официальное заявление, согласно которому США просили отсрочить снижение добычи на месяц из-за опасений перед экономическими последствиями, ну, типа, давили. Что при этом делает Евросоюз? В то время, когда Путин, очевидно, договаривается с Востоком. С Азией, да, с югом, грубо говоря, в Южный мир какой-то строится, это, это можно ну, не заметить, надо быть дебилом. Но тем не менее, как говорится, в Евросоюзе следуют заявления интереснейшие по поводу Украины, но они разные заявления. То есть сначала мы слышали Бореля, который это глава дипломатии, который говорил, что необходимо выигрывать на поле боя. Потом он заявлял о том, что это фашистское государство с фашистским режимом про Российскую Федерацию. Сейчас он говорит, что в принципе. Ну, там дипломатически там, ну, можно что-то порешать при определенных обстоятельствах. Э, глава оборонного комитета Бундестага заявила, что с Путиным после 10 октября, она сказала, что с Путиным нет смысла разговаривать, намекая на то, что надо, чтобы заменили власть в Российской Федерации, тем самым она солидаризировалась с Киевом. Надо заменить Путина, а тогда мы поговорим. Но вот внезапное заявление Макрона звучит. И Макрон говорит, что в ответ на ядерный удар по Украине, Франция ядерным оружием бить не будет. Там будет ответ, но не ядерным оружием. Ну и сразу говорит, вот смотрите, у нас доктрина и все такое. По сути, это можно воспринять как, ну, можно. Можно. Вот, э, что делает Германия, это, это вообще отдельная песня. Ну, я думаю, что немцам нравится. Но если такое происходит постоянно следуют интереснейшие заявления, постоянно все для фронта, все для победы, но для другой победы и не для своего фронта, да, то, ну, наверное, им так хочется. Это их личное право, можно так сказать. Вот. При всем при этом, для того, чтобы еще больше ну, стать как бы богаче, и чтобы население зажило лучше, да, начинают следовать интереснейшие заявления от э, топ-чиновников Евросоюза по поводу разрыва отношений торговых, как минимум, с Китаем. Уже звучат вот эти вот фразы о том, что Китай это вселенское зло. И мы же прекрасно понимаем, в фарватере какого государства идут все эти чиновники. Я согласен с тем, что Китай это всемирное зло. За последние 60 лет Китай постоянно вторгался на чужие территории, постоянно подвергал их бомбардировкам, навязывал свой образ жизни. Китай однозначно конечно зло, вот только я не могу понять. Многие готовы Пол жизни отдать, чтобы выйти на рынок Китая, к примеру. И получить с ним торговые отношения. Рвать торговые отношения еще и с Китаем, ну, как бы, наверное, тоже, ну, им нравится, знаете, как говорится. Я думаю, что через 10 лет мы многих мест, которые сейчас нам знакомы, кажутся, не узнаем при таком подходе, гениальном подходе. При этом как раз-таки Азия и э, Восток пытаются уменьшить проблемы своего собственного населения от войны, которая происходит в Европе, то есть в Украине. И еще один интерес, который у них есть к Украине, это транзитная. Украина не использовала когда-то в свое время, говорят, как раз в 2014 году, и, мол, это стало на самом деле настоящей причиной там, определенных переворотов в Украине, что Украина должна была стать этим самым транзитным коридором, между глобальным югом там, между Китаем и ЕС и Украина это не использовала. А если Украина таким коридором станет, то будет хорошо всем, в том числе и Украине, да? И Восток, этот самый глобальный юг, они заинтересованы в том, чтобы чтобы этот проект не был утерян. И им вообще на самом деле, мне кажется, все равно, кто там будет руководить в Украине, им главная территория это останется. Таким образом, тот, кто сможет поставить точку в этой бойне, никому не нужной, тот потом и получит бонусы. Наблюдаем. Я понимаю, что делает Путин. Понимает ли украинская власть? Я не говорю там за этих самых за партнеров там с, из Европы. Я думаю, и в Штатах отлично понимают, что он делает, потому очень сильно Взволнованы. друзья извините на момент записи этого видео стало известно что парламентская ассамблея совета европы приняла резолюцию признающую российскую федерацию государством сейчас я точно зачитаю извините Режим РФ террористическим. Вот, они признали режим Российской Федерации террористическим, террористическое государство. За это проголосовало 99 депутатов, один воздержался. Впервые в истории Совет Европы настаивает на предоставлении оружия и также осуждается пребывание России в составе Совбеза ООН. Это то, чем занята Европа. Э, ну, я не, не говорю вот Европа, надо говорить четко. Евросоюз и его чиновники. Это то, чем они заняты. В принципе, поэтому и происходит то, что мы видим вон там вот. Как она называла всегда, страны третьего мира. Я не знаю, кто скоро станет страной третьего мира. Пока.